Привет, мои подписчики! Получается так, с этого момента я в основном буду разговаривать по-русски, мои блоги будут влоги и блоги, ну, не блоги, влоги, будет на русском языке. Иногда я ошибусь, извините, я же армянка, наверное, так четко, чисто не могу по-русски разговаривать. Ну, могу, но иногда есть ошибки, да? Иногда русские тоже по-русски нормально разговаривают, или армяне даже на армянском не смогут разговаривать нормально. Ну, в общем, будем понимать друг друга. Потому что получается, что я обижаю моим подписчикам, которые смотрят с России, потому что они хотят, что я всегда разговаривала по-русски, объяснять по-русски. Ну, там, мои обучения, траволечения, даже влог, что я делаю, мой дом, мой огород. Получается так, мои влоги будет половину на русском, половину на армянском, иногда на армянском, иногда на русском, потому что есть армяне, которые на русском тоже не понимают. Да, ну понимают чуть-чуть или до конца не понимают. Вот так. У меня в соседнем огороде уже росли эти ромашки, там несколько трава уже росли. Ну, лечебные трава. Скоро я тоже буду показать, как собираем, что мы делаем. И в основном мои уроки, мои обучения не только о траволечении. В основном о траволечении я по-русски вообще-то объясняю, но остальные почти ничего на русском я не объясняю, не показываю, поэтому извините. А сейчас что есть сегодня? Сегодня у нас почти лето. Ну, там пасмурно, но очень тепло, летная погода. Пошла в магазин, купила фрукты, овощи для меня. А сейчас пришла домой. Мой дом, мой огород очень красивый. Иногда я снимаю, показываю, вы тоже увидите, смотрите. Но, наверное, не понимаете, что я там на армянском объясняю, шучу. Я вообще очень шутливая. С этого момента я в основном буду на русском языке чаще говорить. Есть, да, влоги, которые говорят, вот купила этот, там масло, не знаю что, уксус, стиральный порошок, не знаю, зачем это показываю. Я сейчас тоже покажу. Подождите. Просто как шутка, да? Я не люблю такие вещи. Что это такое? А, купила вафли. Вот так. Еще что я купила? Подождите. Яблоко для приготовления сока. Натуральный яблочный сок я сама приготовлю. Блендерное яблочко получается. Еще я что-то купила. Сок газированный. Как будто нельзя, но я очень люблю газированные соки. Нельзя, но хочу, очень вкусно. Иногда успокаивает, да, вот так. Значит, поедем домой уже. Вот так. И остальные я буду на армянском. Смотрите, как красиво у меня. У меня пока идет стройка, до конца не строили дом, но уже живем. Остальные я уже объясню по-армянски. Я не дам обижаться от меня. С этого момента будет на русском языке. Если иногда я буду ошибочно разговаривать, ничего, вы, в общем, так и так не понимаете уже. Вот так. Ага, кенер жани, мы айсуете, есть инвлогнеры кейсы русеренка осам, кейсы хайеренка осам, кярту русеренка хосам. Кярту по-русски я буду разговаривать с этого момента, потому что я когда бываю в России, четко, отлично там разговариваю. Все говорят, ну, нормально, отлично разговариваешь. А когда я долго бываю в Армении, иногда забиваю, надо медленно разговаривать. Вообще я по-армянски тоже так быстро разговариваю. Иногда люди не понимают, что я там. Поэтому по-русски тоже надо медленно разговаривать, чтобы всем было понятно. Поэтому они не понимают, что я там говорю. И армянский не понимают, и на русском не знаю. Наверное, иностранный какой-то язык у меня. Я инопланетянин, наверное. Ну, похоже на инопланетянку. Вот так. Эспес, хайерджан, рэм сгушасам, санэсто меж влогнеры калини микич русерен, микич хайерен, сэнс кисад прад мичевешнай, канивор неганум эн им рус гранцвацнэрэ, канивор Москва иц, Анапаиц, вортэх, вор ес линум эм, эндэх руснэр инд баваканим чананчмэн, им тараскум эм территуэм, вортэх им горцэр унэм, ашхатанкнэр унэм, неганум эн, подписканэрис дурсэн галис, вор ес амбохчэ, ирэнгусмэн, хаскнан, ес инч эм асум.
Эмпес вор, сранец хето, ми бар хайрен эм асэлу, мэк русэрен эм асэлу, ми кичэ русэрен, ми кичэ хайрен, утэн чарюцюн эм анэлу, у айс уэтэв энкан шат влог эм анэлу, оры ми тасат влог эм анэлу, вор дзэр захлэн танэн, дзэр нервэрэ, утэн дзэр чэхайнасэн. Араж майскана гэнацинг банкайн муцумнэрэ, арэцинг, асинг эс банкайн муцум, масэлу, муцум, шат кич, ес вахэн утэз банэлиц. Эр чатрэцинг гэган, каррэптуру сарэци, нор цуствэти, чэ, най, газыровни. Хам խնձոր եմ վերցրել բլենդերի սոկ պատրաստելու հատուկ տեսակայինքը, բայց նաև վերցրել եմ գազերովնի սոկ, քանի որ շատ եմ սիրում, չեմ կարող առանց գազերովնի սոկ, ինքը շատ լավն է, բայց քիչ եմ խմում, էլի, ջղայնացած ժամանակ, երբ որ շատ ջղայնացած ես, մի հատ գազերովնի սոկ ես խմում, տեղ-տեղին հանգստացնում է այդ գազերը, առայժմ,